Глупый не любит знаний. Ему лишь бы свою мысль высказать. Привет, я Даша. Я хочу запустить такой новый цикл видео. Посмотрим, что из этого получится. Закончившиеся продукты. То есть это продукты, которые у меня уже закончились. Я не раз встречалась с такой ситуацией, когда вроде пробуешь продукт достаточно долгое время, и как-то вот он тебе не нравится или нравится. А когда он к тому моменту, когда он заканчивается, ты меняешь свое мнение на противоположное. Поэтому вот так. Разумеется, такие видео не получится часто особо делать, потому что, сами знаете, нужно время для того, чтобы продукт закончился. И видео получится такое двойное, потому что так уж вышло, что я сегодня кое-что приобрела, и, конечно, хочу похвастаться. Ну, вернемся к закончившимся продуктам. Это лимитированный гель для мытья рук от Эфраше с какао и апельсином. Как всегда, очень много СЛС, просто полным-полно. Я когда... Хочется мне принять ванну с пеной. Я не трачусь на пену для ванны. Просто либо для мытья рук жидкость, либо гель для душа просто наливаю. И пены более чем достаточно, потому что у них такие вещи с СЛС просто вот так вот под завязку. Очень вкусный запах такой. Такой пряный цитрус, очень интересный, рекомендую, ну, как в следующий раз будет продаваться, в следующем новом году, вот, можно взять, очень интересный аромат, повторюсь. Потом, сейчас отстегну, у меня все в косметичке, с учетком, да. Закончился у меня, ну, как закончился, сейчас все объясню. Дезодорант Axe, женский, мне очень нравятся мужские, и я решила попробовать. Аромат для меня такая рисковатая сладость. Не мое. Я люблю что-нибудь такое цитрусовое, свежее. Моя вечная любовь – это арбузные ароматы. Вот. Просто вот. Мне все родичи знают, что если мне купить любую туалетную воду, любые духи с арбузной ноткой, они не промахнутся. Значит, запах мне не подошел. Он очень интересно, то есть не надо заморачиваться с колпачками, которые вечно падают, теряются, закатываются куда-то, являются вечными игрушками для моей кошки. Просто мы делаем такое на светлофоне выворачивающее движение, и появляется... У меня сейчас в голове пришла такая извращенная ассоциация. И появляется штука, которую, собственно, мы впрыскиваем. Это розолевый дезодорант. Он... Я его больше никогда брать не буду в жизни. Только если все остальные исчезнут внезапно с прилавков, только тогда я его возьму при этом условии. Почему? Потому что когда где-то половина израсходовается, он, когда начинаешь им пользоваться под определенным углом, он не хочет аэрозолиться. Поэтому я его теперь использую в качестве такого ароматизатора помещения, то есть мне когда хочется что-то там освежить, я прыскаю им, потому что по назначению его уже не применить. Далее. Закончился у меня наконец-то, ё-моё, крем для тела. Я очень люблю крема для тела. Я предпочитаю либо вообще ими не пользоваться, либо я смешиваю самостоятельно. Чертов фармацевт измасил что-нибудь, и вот им-то. Масла я уважаю, крема нет. Вот. И мне дарила начальница моя целый набор вот из этой серии. Там еще для ножек хороших. И для ручек. Вот этот у нас Code Flower. Я внизу напишу название. Ага. Мультиактивный мусс для тела. А, нет, фирма Лив Делану. Ну, неплохой. Но я его использовала не под назначение, а для ручек, потому что, повторюсь, не люблю я крема для тела использовать. Угу. Вот, а так сойдет. 3,5. Ой, моя любовь, это уже у меня была вторая банка, шампунь от Organic Shop, укрепление,
органические водоросли, экстракт жемчуга. Называется «Голубая лагуна». Без СЛС, парабенов и силиконов. Вместо слов, просто вот так. Рекламная пауза. Он, несмотря на то, что в нем СЛС, он достаточно хорошо пенится. С этим никаких проблем нет. Отлично промывает волосы. И человек очень ленивый. Поэтому далеко не всегда пользуюсь всякими там маслами для волос, бальзамами, масками. Вот одного этого шампуня достаточно, чтобы все это в принципе заменить. Потому что у меня в принципе волосы даже получше, чем после бальзама для волос. Они медленнее жирнятся, хотя я тут трогаю только кончиками в принципе. И вообще волосы даже выглядят лучше без каких-то бальзамов, просто вот с одним шампунем пользоваться. Я всегда волосы помываю на два раза, всем советую, кстати. Закончился у меня твердое масло для рук, пользуюсь уже я много-много времени ими. Это уже у меня третья, если не четвертая баночка была, в этот раз лимонадная свежесть, лимонадная действительно свежесть. Я как-то даже делала отдельно обзор на масла. Ну, повторюсь, или я удалила то видео. Мало того, что это прекрасное средство для рук, которое наносится, кстати, на ночь, но превосходно ухаживает за кутикулой и за ногтями. Вот я им пользуюсь, у меня ногти не ломаются вообще. Более того, с тех пор, как я стала пользоваться, стало легче засыпать. В принципе, у меня проблем со сном нет, но тут вообще и просыпаться стало легче гораздо. Вот, видимо, какая-то ароматерапия здесь идет. Вот. Ну, оно, кстати, когда намажешь руки, оно... Руки не становятся прям жирными. Впитывается очень хорошо, адекватное такое масло. То есть, если встать, пойти что-то сделать, вспомнить внезапно, что что-то забылось, не наследишь лапками своими по всей квартире, по всем вещам. Также у меня закончился крем для глаз Herbal Garden, называется, фирма Ева, вот такой. Ну, тут такой носик, курносик обычный. Вот тем-то, кстати, удобно, что не надо никуда в баночку пальцем лезть. Кремушек тут немножко осталось, покажу. Обычный белый. Ничего такого. Никакими сверхъестественными свойствами этот крем не обладает. Но он очень хороший. Он увлажняет, как-то вот и увлажняет. И быстро впитывается. Хороший. Так, гелюшек для бровышек. Значит, я выбрала, ну, чтобы как-то вот... Я не нуждаюсь в какую-то фиксацию, у меня как-то все само собой. Ну, вот, мне захотелось его приобрести на тот случай, если я захочу как-то вот... Не лень будет воспользоваться тенюшками, а брошки захочется как-то повыразительно сделать. Это у меня Catrice был Lash Brow... Не буду, короче, носила хорошо уши моим жутким английским. Выглядит он вот так. Но он не был таким изначально. То есть сейчас он выглядит коричневым. Вообще изначально он был белым. Ну и на самом деле он, конечно, белый. Просто когда им нанесешь сначала заполнишь тенями брови, потом сверху гелюшком, то, конечно, потом краска попадает, пигмент вовнутрь, и поэтому он красится коричневым. Ничего он прям не фиксирует, чтобы прям аж вот жестко, как будто лаком для волос брови попрыскала. Ну, так, символично что-то. Щеточка очень удобная. Я вот такая. Видно хоть что-то? Надеюсь, что да. Я даже не буду выкидывать после съемок сейчас вот эту штуку. Потому что кисточка мне очень понравилась. Мне плевать, что гель закончился. Я буду ею пользоваться вместо расчесочки для бровей. Да. Дико позвучал расческу для бровей, нет? И последнее, что я хочу показать из закончившегося, это Essence тени для бровей.
Вот такие бяка. Нет, сами тени хорошие, хорошего качества, у них хорошая пигментация. Сейчас покажу. Тут два оттенка, такой темно-коричневый и такой какой-то сероватый. Я их обычно смешиваю. Коричневый выглядит вот так, а серовато-бежеватый вот так. Отличная пигментация, превосходно наносится за счет того, что оттенки матовые. Вот самым темным из них я с помощью скошенной кисточки подводила нижнее веко. Помните, я говорила, что если так сделать, то чисто визуально синяки под глазами будут менее интенсивными. Здесь были шаблоны для заполнения бровей. Я вообще не понимаю, как, что, зачем. Поэтому я их выкинула, подать сейчас, к сожалению, не смогу. Чем мне не понравилась упаковка? Ну, дятина. Вот эту штуку, капсулу, нужно как-то вот снять. Потом выдвинуть, воспользоваться, там, задвинуть, опять. Ну, не проще было что-то с одной крышкой просто сделать и все. Поэтому, конечно, как только появились дырочки, у меня аж целых две, как я только добралась до дна, так я тут же просто отложила в сторонку выбросить и стала пользоваться старыми люфлеймовскими тенюшками. И как раз только нужно, чтобы открыть крышечку, кинула, воспользовалась, все. Тут еще была кисточка. Я ее выкинула, она слишком не густо набранная, и как-то вот эта скошенность, она какая-то вот вообще неудобная. Мне было ею красить, поэтому я ее к чертям выкинула скорее. Так, ну мы закончили с закончившимися продуктами, прошу прощения за тавтологию, теперь моим покупочкам перейдем.